Друзья, всем привет, с вами доктор Зайцев. Продолжаем рубрику, которая называется «101 совет, как похудеть». И сегодня мы будем говорить о том, с чего начать. Как правильно начать. А начать нужно с того, что нужно себя начать уважать и хоть немножечко любить. И ценить. И понимать, что, в общем-то, хватит уже ходить с таким весом, с избытками, носить на себе и в себе, собственно говоря, лишние килограммы, как какой-то ненужный рюкзак. Вы все прекрасно знаете, что есть в нашем мире пищевая доминанта и половая доминанта. И все мы себя, ну, хоть как-то чуть-чуть, но все-таки любим. И, конечно, пищевая доминанта – это неплохо, половая – это очень хорошо, но очень часто пищевая доминанта преобладает над половой. Вопрос – почему? Ну, потому что не у всех какие-то складные отношения с половой жизнью. Это понятно. Но достигаем мы цели пищевой гораздо быстрее. Мы можем в продуктах питания получать различные вкусности, сладости, приятности. Да если это еще сопряжено с алкоголизацией, что в основном связано с мужчинами. Это, конечно, история, наверное, даже перекрывающая секс, к великому сожалению. И вот когда вы придете к тому, что нужно стремиться к половой доминанте, а не пищевой, а пища нужна только для получения энергии, для получения силы, ее должно быть ровно столько, сколько должно быть, и не больше, безусловно, сладости и вкусности, и мясо, и алкоголь будут присутствовать в вашей жизни, но, наверное, уже не в таком объеме, как это было раньше. Когда вы придете к тому, что на ночь переедать не нужно, а потом мы будем говорить о том, что на ночь вообще есть не нужно. И самое главное, вы будете бросать на чашу весов пищевую доминанту или половую. Выбирайте половую доминанту. Конечно, мы говорим о людях репродуктивного возраста, говорим о молодых людях, о людях среднего возраста. Наверное, мы не говорим как бы о стариках и старушках, которым тоже, в общем-то, людям с избыточным весом в преклонном возрасте очень хорошо и очень полезно для сердечно-сосудистой системы, для того, чтобы восстановились обменные процессы, сбросить лишние килограммы. Начните любить, уважать себя. Посмотрите на себя со стороны. И тогда все, безусловно, наладится.